И вчера вечером был туман, и сегодня утром снова туман. Гусики важные какие идут. Смотрите-ка. Ой. Молодцы. Спокойно. Без драк. Да, сыночек? Какой умничка ты у нас сегодня. Надолго ли? Что-то других не видно. Обещали нам тепло, а что-то тепла не видно. Серая шейка у нас сидит. Умничка. Сиди. Пойдемте Матильду посмотрим. Там что-то Матильда затеяла. Надо или выпустить, или еще что-то. Она что-то сидела на гнезде сегодня долго. Так вот мы с этой стороны ее. Господи, здесь закрыто. Там не хотела беспокоить серую шейку. Ой, так ходишь вокруг. Так и ходим вокруг стайки. Сейчас мы пройдем потихонечку здесь. Серая шеечка. Девочка. Ой, господи, боже мой. Так, я тебя не трону. Сиди, видите, голову опустила, чтобы ее даже не трогали. Давайте, давайте, заходите. Заходите, заходите. Сейчас, моя красавица, сейчас. Тут целая баррикада же у нас настроена. Тихо, тихо, тихо. Идите, идите туда. Ну, ну. Она вот зарыла свое гнездышко, ты видите? Она яйцо туда снесла и зарыла. Все. Я не буду туда лазить. Пусть она так будет. Так, а вот здесь я выйду. Нет, я не так сделала. Сейчас я снова здесь закрою. Я курочек выпущу, а то там сыро на улице. Пусть они хоть здесь вот маленько побольше им места будет. Вот они, наши ненаглядные девочки. О, петушок стоит рядышком. Так, ладно, мы пойдем. Сидит красавишна наша. Вот здесь серая шейка сидит. Видите, не встает. Не дает мне. Но она встанет, наверное, попозже. А вот здесь, вон рядом, вон, видите, яйца лежат, закрытые пухом. Здесь сидит Фимочка. Поэтому я тоже лазить не буду в это гнездо. Пусть сидит спокойно, правда? Может быть, рассидится и будет сидеть. А то я залезу, нарушу все ей. Настроение испорчу. Вот так вот. Такие дела. Опа. Так, выходим, выходим.
Там Гошка кричит. Тега, 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 тега. Тега, 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 бегут, 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 бегут. Тега, 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 тега. Бегут, бегут, смотрите. Тега, 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 тега. Тега, 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 идите сюда, тегоньки. Идите, 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 мои красавцы. Вот, вот, Гошенька. Ну иди, иди, не бойся. Иди, бойся. Или это Матильда, наверное, вышла вперед. Да, первая Матильда вышла, а Гошка за ней идет. Охранник. Скоро пахать огород надо будет. Дожди идут уже несколько дней. Да, моя хорошая смотрит так. У нас все дожди шли несколько дней. И наши бройлерята сидели дома. А сегодня такая солнечная погода, и мы их вынесли на улицу. Вот такую коробку нашу старую подняли. Ну, в общем, деревянный настил сделали. Там потом я картоном все выложила. И сверху тряпки. И вот думаем, чтобы на солнышке-то они должны же находиться, правда? А то ведь без солнышка плохо им, я так думаю. Вот у нас один есть такой самый маленький, он что-то не растет, вот он ходит, вот, 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 вот. А, ну, знаете что, я думала, что он сразу помрет. Но он как-то тянется, живет, живет, я не знаю, но не растет. Посмотрите, какая разница между ними. Ой, вообще в два, в три раза даже. Но он ест и пьет, и живет. Ну, ладно.
выживет, выживет, не выживет. Что теперь? А эти, смотрите, какие хорошенькие все. Пу-пу-пу. Не сглазить. Но я думаю, на солнышке им будет лучше. Сейчас пойду травы нарву и еще травки им дам. О, может быть, хоть летать на солнышке будут, хоть ножки окрепнут. А то я боюсь, что у них ножки ослабнут. Красавцы такие все. Да. Вон они, ненаглядненькие. Ой, сейчас они просохнут. Я не знаю, они вон крылышки растопорщивают. Лапки вытягивают. Сидят тут, вытягиваются все. Прям так им хорошо, наверное. Так, ну ладно, корзинку эту надо подальше подставить. А то они что-то все туда вон тянутся. Ну-ка, 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 давайте. Вот так вот. Вот. Там у них водичка. Водичка с марганцовкой. Ну, посмотрим, посмотрим. Давайте, живите. Сейчас я их накрою немножко. Что ветер дует. Все равно еще такой ветерок прохладненький. О, видите, как хорошо им здесь. Конечно. Любы мои золотые. Вон, видите, как заметно вот этот. Маленький. Филиппок наш. Самый маленький. А так вон они, смотрите, довольны, какие растопорились. Все и крылышки, и лапки, все, и красота им, короче говоря. У меня слов нет. Ой. Так, ну ладно, оставайтесь, буду вас караулить.